есть совсем людям, которых крышу сносит, извините. Такой сленг, по-моему, молодежный, да, понятно, о чем идет речь. Как некоторые постоянно твердят о необходимости раздела страны. До сих пор эти теории стараются распространять. Некоторые говорят, что нам слишком много природных богатств досталось, и нужно бы их поделить. Сами делиться, между прочим, ни с кем не желают. Ну, мы должны учитывать и это. Мы должны исходить из того, что и это тоже в мире существует. Это известно, да, что... Национальное единство! Ура! А теперь... Мы за то, чтобы в России была русская власть. Если в России не будет русской власти, то рано или поздно она развалится, ее просто растащат на куски, и она никому не будет нужна. То есть мы за русский народ, за русскую нацию. Национальных отношений межнациональной расовой розни происходит 5 тысяч преступлений. Реальную проблему в стране сегодня представляет власть, власть, которая не чужда и, более того, органично близка вот этим идеям. Идеям ультранационалистическим, идеям фашистским. И по-настоящему понятно, что ДПНИ может сегодня спокойно поддерживать Путина, который, когда ему это выгодно, реализует планы самых крайних националистов. Границы между нами. Во время Сталина огромное количество людей были репрессированы.